Совсем скоро на телеканале СТС состоится премьера 3-го сезона сериала «Против всех». В новом сезоне на пороге дома Занозиных появляется новый член семьи – третий брат-близнец Михаил. Миша, стремясь завоевать расположение родных, везет их в Москву знакомить со своей столичной жизнью и в качестве широкого жеста восстанавливать в Смоленске дом деда Захара. Однако героям не суждено насладиться семейной идиллией. Рядом с ЖК начинается строительство кольцевой дороги, которая по плану должна пройти прямо через участок несговорчивого семейства. Семья Занозиных снова начинает борьбу за сохранение своего родового гнезда. К своим ролям вернутся Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Александра Ребенок, Ева Смирнова, Надежда Маркина и другие. Премьера 3-го сезона сериала «Против всех» состоится уже в конце 2024 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.